Во Владивостоке по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» начали комплексный ремонт еще трех улиц – Комсомольской, Авроровской и Иманской. На данный момент ведется фрезерование поврежденных участков дорожного покрытия, подготовка под замену люков и решеток к установке бордюрного камня. Ремонт проводится под постоянным контролем специалистов городской администрации. Как отмечают дорожники, все этапы работ идут в графике. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.